Сегодня, 7 апреля, верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это великий день, символизирующий силу чистоты и любви, вселяющий надежду и приносящий радость всему христианскому миру. Благовещение – непереходящий двунадесятый праздник. Его значение настолько велико, что он никогда не отменяется, даже если приходится на Пасху. Праздник Благовещения отмечается в православном мире уже давно, хотя точная дата его появления до сих пор не установлена. Есть сведения о том, что это император Юстиниан приказал отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы в 560 году. По другим источникам, Благовещение празднуется с 4 века. На Русь этот праздник пришел гораздо позднее, после принятия христианства в 10 веке. Именно в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что Сын Божий становится сыном человеческим, таким образом примиряя человечество с Богом и открывая ему Новый Завет. Праздник Пресвятой Богородицы имеет многоплановый смысл. С одной стороны, это чудесная весть о рождении Всевышнего, который станет спасителем человечества. Вторая мысль, которую несет этот день – торжество свободы воли. В этом году Благовещение выпало на Великий пост, но Церковь разрешает послабление. В этот день разрешено употреблять рыбу и пить красное вино. Хотя в этот день полагается не работать, трудно представить современный мир, отложивший в сторону все дела. Однако после них необходимо посвятить время покаянию и молитвам. Считается, что ссора в этот день может привести к длительному разрыву, возможно, навсегда. Одалживать деньги на Благовещение – плохая примета, а отдавать долг, наоборот, хорошая. Запрещается шить, вязать, чтобы не перепутать жизненные нити. Ольга Щевелева, Никита Скроган, телеканал ЛРТ.